1 августа 2019 год. Вот подъезжаем к первому мостику, везем на шлюз доски, материал для того, чтобы сделать слив. Вот они лежат, доски. Там он узелки. Сейчас берем, заворачивай. А? Заворачивай, по следу едь. Берем, Карабаша идет. Ветер поднялся, сейчас тут плохо слышно будет. Все, разворачивайся. Слышали? Вот так вот, как прямо след идет, только развернись и задом туда заезжай. Да, да? Да. Давай я слезу, наверное. Только потом это, не забудь остановиться, потому что тут еще отработку убирать надо. Подержи. Берем и проходит практика. Задом он плохо спячил, но уже с каждым разом все лучше и лучше становится. Опыт приобретается именно в работе. Так, да, да. Давай прямо. Туда, да. Давай, берем, давай. Езжай. Thank you.
Все. Ну все, в принципе. Смотри, как удобно. Подай мне канистры, а я это тут одной рукой приму уже. Работа наша. Что, там больше нету ничего? Нет. Все, доски только, да? Ну все тогда, давай, пробуй. Немножко можешь еще вперед сдать, а то они скатятся сейчас туда. Чуть-чуть вперед, на метр хотя бы. Все, пойдет. Все. Давай. Все, уперлось. Давай. Еще. Давай, вперед. Там доски три зажало бортом, а так вывалилось основная. Вон они, 3 или 4 сжались. Сейчас пойдем. Ну, давай. Ты можешь поднять, в принципе, или мы потом не дернем. Давай, держу. Все. Все. Сейчас эти канистры уберем. Можно будет ехать. Так, что-то я не знаю даже. Ну ладно. 3 августа 2018 год, 19 год. И вот все заранее привезли, сколько. И сейчас разгружаем. Будем делать слив. Сток воды. Это вот разгружают. Шерсть. Тут закладывать, там, где вода не протекала. Матушка дала. Хорошо, тут Сергея машина, разговоров нету. Ведра, все тут немножко сена есть. Вот бульдозер прошел, протащил, продавил. Теперь вот надо что здесь сделать, обдумать. Вот он где шлюз. Вот тут мы рыбу вытаскиваем. Дальше он идет уже второй мостик, рукав этот. И нам нужно здесь установить. Как, пока не знаем. Будем думать. Понавезли разного материала полно. Ну вот так. Господи, благослови. Еще раннее утро приехали. И вот камнем услано было. Все это разбирать надо. Вот заканчивает разбирать. Солнышко только что. Я поехал к Усинову попросить ребятишек. А все спят. А что? Так 20 минут только еще 7-го.
А мы пообедали и выезжаем. Вот. Пока, значит, первое. Камни достать из-под глины ломиком. Все ненужные столбы эти спилить. Посмотреть, на какую высоту. Вот следующий этап. Камни убрали. Вот они лежат у нас по разные стороны. Сейчас глину освобождаем, чтобы под доски можно было площадку выровнять. Чтобы не бульдозер, этот Алексей Лаврентьевич Леонько, мы бы сейчас вон оттуда таскали. Я ждал его сюда, и когда он приехал, первым делом мы сюда заехали. И дальше такой больше, это он его вот так вот нагрудил. А то нам бы сейчас пришлось копать еще ниже. А то он никак не может, там-то яма, она не загражденна. Ну тут он мне говорит, давай маленько подхвати. И он подхватил и выбросил. Я говорю, все, больше не нужно. А почему? Да потому что неизвестно, где у нас короб будет. Ну, примерно так вот. Убрали мы кратчайший путь. Все равно убирать надо. Его надо соломой соманить. Отдельно глина, это нам не пойдет. Видишь как? Обнаружилось один столб, а тут сразу еще три. И там куча целая их. Их все подпиливать надо. Сначала обкопать, потом отпилить. Нога-то заболела, отовсюду пишут, поберегите себя. А кто-то надумался, ему надо тросточку купить. Я говорю, этой тросточкой начну как охаживать. Вчера сходил холодной водой в бане, это холодная вода. И мне легче стало, перегрев. Целыми днями на солнце. Ну и не только перегрев. Такая вот работа серьезная, это у нас последняя. Больше нету. Попробуем все закончить, шлюз остался. Конечно. Так я и поверю. Не веришь ты, Сергей Павлович? Маловерный. Да. А потом начнем его выравнивать. По уровню. По той причине, что мы сейчас не знаем. А ты просто так выгадай ее пока. Выбирай, а там дальше будет видно. Ну все тогда. Надо, ладно, я заканчиваю. Лопата идет, дальше туда не надо. Слава Богу, за все. Старые столбы, сваи, которыми задерживаю. Вот сколько отпиливают полы. Их надо расчистить. Так, руками. Вот сколько она убрала уже. Расчистить надо, глину убрать. А то на глине тоже кости пилут. Что там, гвоздь? Вот это да. Вот это налетел год. Ой-ой-ой. Выдергу тащи. Выдергу тащи. Ой-ой-ой.
Говорили, когда этих гвоздей в них нет. Подожди. Охотник, наверное, не потребуется. Успели все равно. Подожди его сейчас это. Лопатой там надо. Сергей, ну делай вдоль, вот побери, что ты? Вот, захватывай, убирай, никакой бревно не нужно. Все, тут гнилье, уходи. Теперь надо выбрать ее. Убирай щипцы. Она не так, может гвоздь там? А! Может топор? Принеси большой топор. Все. Ладно, не надо. Уже все. Вот теперь начинаем по уровню выводить. Вот это все вон туда в сторону отбросить надо. А эту то? Баклушки туда, вот к этому борту, где доски, туда отбросить. Вот под ногами-то путать все будут. Баклушки, где доски? Ну, борту. Туда там, а там потом возьмут ребятишки. А это-то вот...